Смотрите, облако здесь. Смотрите, облако тут как зайка, спина зайки. Ушки, попка, ножки даже чуть-чуть есть, мордочка. Так классно смотрится. Мы с утра как раз утро встали. Всем привет, с вами канал Артмания. Встали. Только-только. Тут, кстати, цветочек у меня прям позеленел. Все зеленеет и зеленеет. Да, тут я поставила себе цветочек, чтобы душа радовалась. Сквозь шум и улица здесь очень слышно птиц, пение птиц. Прям обалденно. Надеюсь, что это очень слышно. Тут прям такой подъезд, смотрите, клевый. Такой прям классный, как это, вход в джунгли. Вернее, или выход. Не знаю, скорее вход в джунгли. Сижу на лавочке в своем дворе. Трава, кстати, слышно. Открыла я чипсики, о господи, чипсы, вафельки. Ну, это так ничего выглядит, более-менее. Смотрю сейчас такую ситуацию, вот вам, наверное, видно. Вот тут вот ребенок стоит на дороге. Вот здесь стоит его мама, и болтают она с какой-то женщиной. А ребенок просто там стоит вот посередине дороги. Уже ушел, и такой идет, идет. Я вот сейчас стою и думаю, а если сейчас машина неожиданно поедет? Ребенок сам сумеет отойти, успеет он отойти. Вон, видите, маленький малыш, ну года два, может быть. Где-то мне даже кажется, он поменьше немножко. А, просто продолжаю посерединке тут стоять. У меня чайник там шумит, я надеюсь, что меня слышно. Ну, блин, что-то я бы не смогла своего ребенка отпустить от себя настолько долго. С одной стороны, это правильно. То есть, ну, ребенок должен сам ходить, гулять, все это видеть, рассматривать. Но, с другой стороны, он так далеко находится от нее. Там вдруг машина будет нестись, мало ли. Все-таки они стоят не на тротуаре, а на дороге довольно. То есть, это, ну, дорога, не тротуар, не где-то там, там, не знаю, на какой-нибудь поляночке или где-то еще. Не знаю, как-то вот мне... Напишите об этом, обо всем на... на ютубе в комментариях. Интересно мне будет. Вот он пошел дальше. А, ну тут, наверное. А, вот тут вот видно. Вот там какая-то женщина идет и ребенок. Он уходит дальше. А что делает мама? И мама уходит. Смотрите, вот она. Вот она идет, вот она уходит.
она тоже уходит. То есть он, ребенок маленький, уходит в ту сторону, а мама в ту сторону. И как-то вообще. Его... Блин, все, я его даже уже не вижу, он ушел. Странно. Не знаю, я не понимаю такой ситуации. Не знаю, что тут будет дальше. Пойдет она, наверное, в итоге потом за ним. Он что-то за деревьями спряталась. Ее даже не видать. А, вон она. Ну, она просто продолжает стоять, ждать. Как-то не каждый день встретишь маленького малыша, двухлетнего или даже меньше двух лет, гуляющего по дорожке одному. Не знаю, к чему это воспитание приводит. Пишите в комментариях ваши идеи, варианты. Прибыл к нам вот такая вот чемоданчик. Вот такой вот. Зимочка будет заниматься. Ну, купили мы, конечно, БУ. Вот, на него, наверное, я сделаю отдельный обзор. Но там он вообще практически новый. И даже там некоторые карточки, они запакованы. Представляете? То есть, ну, люди занимались, но, видимо, не пошло. Вот у нас тут чтение с пеленок. Вот, наверное, будет у него отдельный обзор. Ну, БУшный, ну ладно. Ну, зато, кстати, полный комплект я купила всего за 500 рублей. А в другом месте продается за 300 рублей, но не полный комплект. Она, девушка, решила продавать все по отдельности. Отдельно книжки, отдельно диск. И, блин, вообще просто кошмар. Вот, ну, короче, такая вот. Да, вот чуть-чуть вам покажу. Вот, а это будет, наверное, отдельный обзор. Потому что, ну, все-таки новый. Я хочу показать прям, знаете, полноценный обзор, потому что у нее обзора вообще нету нигде. Я не смогла ничего толком найти, поэтому будет полный обзор, доскональный. Да-да-да, это называется у меня доскональный обзор. Блин, я так счастлива. О, блин, наконец-то. А Димочка тут тем временем кушает. Мы уже обедаем. У нас на обед сегодня творожок, да, сына? Творожок мы на обед, потому что он очень сытный. Мы его кушаем на обед. И у меня тоже обед. Завтракать я не завтракаю. Так, тут мой мандарин еще. Вот завтракать не завтракаю. А вот я обедаю. Чтобы как-то свой вес поддерживать. Вот. Он как-то так это держит. Ну, на завтрак я просто, в принципе, не успеваю. Вот у нас сегодня на завтрак я поставила стирку. После этой стирки, наверное, еще парочку. Две или три стирки поставлю. Потому что не поместилось. И вот тут вот я вот все вот убираю, 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 убираю. И потом все опять заново ставлю. Думаю, блин, да что же это такое? Это никогда не закончится. Вот и сегодня опять начала убирать. И опять уже наставила. Уже вот кашу приготовили мы сегодня с утра. Я что-то думала, что на обед буду ее кушать. Оказывается, на ужин мы будем ее кушать, да, Дима? Ты ложку решил проглотить, да? Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Вот так вот подкатить ложку, да? Да, и все. Вот, вот такой у нас цветочки тут снова поставила свои.